Международный фестиваль молодежи – это площадка для обмена мнениями и сотрудничества между представителями молодого поколения, кому не безразлична судьба своей страны и всего мира. Об этом на встрече с организаторами предстоящего форума говорил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Беседа прошла в здании фундаментальной библиотеки МГУ. На сегодняшний день, как было отмечено, свое участие в мероприятии уже подтвердили студенты из 150 стран. Молодежь всего мира – это люди, которые думают о своем будущем, о будущем страны, мира и, в конце концов, Земли. И они, конечно, объединены вот этой единой целью. И вот как раз фестиваль-площадка, которая, может, в наше время особенно важна, чтобы сказать разным силам, которые заинтересованы в противостоянии определенном, сказать, а мы отвечаем за будущее, и мы вместе. Вот это, по-моему, очень сильный голос, и, может быть, к нему и прислушается. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России в следующем году.